Повторяю. Вы что-то нервничаете, Александр Николаевич. Вы... Желтая карточка включения микрофона и красная. Вот они... По национальности я армянин. Армянский язык знаю. Разговариваю. Читать, писать не могу. Живу я в Грузии. По-грузински читать, писать могу. Понимаю. Разговаривать не могу. А в основном мой родной язык считается русский. Окончил русскую школу. Высшее образование получил в России. И общаюсь на русском языке. Поэтому часто смотрю русские каналы. Все свободное время, которое у меня есть, я сижу перед телевизором. Не люблю оппозиционные каналы. Не люблю. В основном смотрю новости и фильмы, спортивные программы. Последнюю самую такую новость, это по всем каналам вчера передавали, не давали покоя, как Саакашвили вернулся на Украину. На днях были выборы, парламент, Европарламент. Если сказать, знаете, так сильно не вникали в эти дела, ну, я не знаю, хорошо это или плохо, но если хотят, может, это к лучшему. Ռուսականն եմ քաշիմ, ռուսականներն եմ ակտիվ։ Իսկ նոսները ես ասնանով Facebook-ով քաշիմ։ Հիմա 4 տելևիզորով ակտիվ։ Հենց արտնացակ միանգամից Facebook-ը մերնի։ Ինչ կա, չկա Վրաստանի նորությունները առաջ էին քաշիմ, որ ներս կգազարվի։ Իսկ տելևիզոր հենց ազատ ժամ ունեցա, միացնեմ կամպայնան միացած դերնի հեռուստացույցից։ Որ համ էր դերնի գթե գուստե, ուս կինոները գերգնեն էլի քաշիմ, հիմա։ Ասնանում բայերը դուստերին շատ կաշիմ էր,